Договоры о сотрудничестве с одесскими вузами были подписаны сегодня в рамках образовательной выставки высших учебных заведений китайской провинции Цяньзи. Среди заведений, с которыми заинтересованы сотрудничать в Китае, Одесская юридическая академия и Международный гуманитарный университет. В этих вузах сложились давние культурные и образовательные связи с Китаем. В мае этого года был подписан договор о сотрудничестве между Юракадемией и издательским альянсом Народного университета Китая. Наши студенты будут выезжать в Китай и изучать некоторые предметы на китайском языке, а студенты из Китая приедут в наше высшее учебное заведение здесь, в Одессе. Я думаю, что не случайно, что китайская сторона выбрала город Одессу. Город Одесса – межнациональный такой город, и тут очень сильная китайская диаспора, и многие высшие учебные заведения уже имеют контакты с китайскими вузами. Десятки вузов сегодня подписали прямые договора между высшими учебными заведениями. Это хорошо, и я думаю, это направление позволит нам укрепить отношения между Китаем и Украиной. Сегодня в МГУ около 150 студентов изучают китайский язык. На первом курсе факультета лингвистики и перевода есть три китайские группы. Преподают язык поднебесный и его носители. Ежегодно студенты университета участвуют в соревнованиях «Мост китайского языка», который проводит Институт Конфуция. Студентка Елизавета Рубан заняла первое место в этом конкурсе и представляла Украину в Китае. Сейчас она учится в университете Шанхая. Президент Международного гуманитарного университета еще 8 лет назад установил дружеские отношения с китайскими университетами. И уже порядка 8 лет у нас работает китайское отделение, где наши студенты изучают китайский и английский языки. И они не просто их изучают, а с перспективой трудоустройства и прохождения практики Китайской Народной Республики. Мне бы хотелось бы отметить, что в 2016 году студентка Международного гуманитарного университета выиграла конкурс на знание китайского языка. Это говорит о том, что преподаватели и студенты очень серьезно к этому относятся. Китайская сторона высоко оценивает потенциал сотрудничества между одесскими вузами и университетами провинции Цяньзи. Более эффективное взаимодействие – задача на ближайшее будущее. Это сегодняшняя экскурсия по юридической академии нам очень понравилась. Это показывает, что как же наш уважаемый президент господин Куваров сказал, истинные гостеприимности, таким образом приветствовать китайских партнеров. И я уверена, что нынешняя экскурсия и нынешняя сегодняшняя выставка дает новый импульс для дальнейшего укрепления, расширения сотрудничества в области образования. После образовательной выставки китайская делегация побывала в Одесской юракадемии и Международном гуманитарном университете. Сотрудники сферы образования Китая ознакомились с материально-технической базой вузов, которые занимают лидирующие позиции по многим показателям в Украине. У нас были и генеральный прокурор Китайской Народной Республики, и заместители генерального прокурора, и представители. А сегодня, что нам еще ближе, это все-таки делегация из высших учебных заведений, передовых высших учебных заведений Китая. Сегодня я здесь, я не только видел здесь много учебных и специальностей, я больше видел наших будущих сотрудничества и надежд. Председатель Цзай оставил мне глубокое впечатление. Делегация из провинции Цяньзи побывала в стоматологической клинике МГУ. Представители вузов, которые подписали соглашение с Юракадемией и Международным гуманитарным университетом, выразили уверенность в успешном сотрудничестве.今天上午我们在教育展那个大会上面双方签署了协议，那么我们新学院呢跟我们法学院、医学院还有人道学院三个学院呢分别签署了这个合作协议。因为第一次来，所以呢感觉到这个我们的这个双方有非常大的这个合作的空间啊。我们希望通过今天上午的这种意向性的合作呢，回去以后啊进一步加强联系，为我们校际之间两校合作能够具体的啊有一些实质性的合作项目。